Всем привет, я Спрайт. Обрезки. Ну ладно. Итак, пацаны, ну ладно, погнали. Видимо, погнали. Похуй. Нормально, я сейчас... В этом скине просто выйди и все. Ладно, ладно. А, так, в этом скине что-то будет сегодня. Да. Ну, видимо, это... да. Ну, мутимся, получается. Все, мутись, да. Про Дудя мне не понравился гость Дудя вообще. Ну, не вообще, он наоборот понравился, но в одном он... Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа, всем привет! Пам! Нахуй. Шума можно? Вау, 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 вау! Я приглад! Всем привет! У нас сегодня очень должен быть горячий батл. Батл сегодня будет... Ой, огонек, бомбочка. Это раз, да. Еще кое-что. Мы увеличили время раундов. То есть теперь это будет около 3 минут, насколько я понимаю. Вот это так. Сначала я вам представлю судей, потому что до меня доебались, что я сам представляю как бы участников, а они должны представляться как бы сами. Судья номер один, мистер, он сюда не выйдет, он сюда выйдет, значит, да, на своих пожилых колесах. Потому... это я, что ли? Да. А кто еще у нас на колесах перемещается? Ну, в принципе, сейчас уже можно уходить. Все правильно, вы у нас профессионал в этом деле. Ну и, значит, самый главный эмо-бой, человек-голум, который очень любит, значит, мою прелесть, это я, Джамар. Вообще-то я повар Путин, если ты не знал, дурак. Повар Путин? А ты где? Да, повар Путина. Да я тут. О, привет. Привет. Ты урод. Ну, скажи пару слов. Ну, я повар Путина, в принципе, там все сказано. А, там все сказано. Стоп, что ж, похлопаем нашим судьям, пожалуйста. Вот. Самый разбирающийся. Первый участник, самый большой участник. Я не буду говорить, кто это, чтобы он сам сказал, кто он должен допереть. Илюхунгер. Всем привет, с вами 8 марта. Я за Марта, а это моя банда. Я всех сегодня покараю, ну нормально. Похлопаем Илюгану. Так, и второй участник, выйди, пожалуйста. Блин, Кардаирц. А, здравствуйте. Вау! О, это тот, да, который победил привет в прошлый раз. Что школьника ж, и на правах рекламы я должен сказать то, что, дамы и господа, идеально провести время всегда можно где? Конечно же, в кошкином доме. Что, думаете, это была вся реклама? Нет, конечно, я буду вам каждый раунд обсирать своей рекламой. Спасибо нашим спонсорам и Дазу, который собирает на этом бабки. Итак, по итогам жеребьевки. Начинает с тебя. С тебя начинай. Оу. Так, меня нормально слышно? Надеюсь, кстати. Да, да. Ты ебучая свинья, мой раунд твой сноб. Байтишь дяденьку Мирона, ты просто сноб. Тебя выгнали судейство, считай, что ты кукловод. Но по логике вещей все наоборот. Объясню на твоем языке, летишь клон в мут, скачу по головам, я крэш-бандикут. Ты можешь наслать на меня своих шавок, но лишь командой фас. Не надо было приходить и заставлять всех слушать свой глаз. Ты тот выросший чайник, снимавшийся в ролике, видишь мой глаз. Неадекватный долбоёб, я пробью твой каркас. Твой дед алкаш, самогонщик, мой винокур. Мотай на уст такой прием, это каламбур. И если я импрессионизм, ты лишь фавизм. Твоя мать проститутка практикует альтруизм. Я сам орёт, ты Хиросима. Твоё очко горит, как клип Блоксима. Поджог его текстами, это Фокусима. А твои низости забыли, антикил Касима. А на батлах делают лишний пафос. Уничтожу половину батловых МЦ и пучий танц. Илюган пытается всех переиграть, как Танатос. Выколю твое сердце, это твой личный Кратос. Ты не баста, ты басата. Уедешь в дедом в коробке, там 40к. Твоя коробка из-под серокса, ты пиздишь не панчи. После батла отправишься снова их банч. На исповедии не выступал и делал кавер на Нирвану. С таким высоким голосом пиздуй на русскую эстраду. На батле отцы посылает и зовет пятерку шитом. Но без этого шита ты был бы никому не нужен рандом. Ты лишь чернушка, твое мнение шлак. Живешь у матери в подвале, как Исаак. Я назвал нигера пидорасом, сейчас отлетит чей-то твич. Я буду грязно ебать пусеня с ее ебучими правилами и подсосами, зовите меня кич. Ты пытаешься брать подачи, но мы не на пятах. Если бы мои банчи были хуками, но ты был бы лежачим, и ты не выдержишь такой размах. Проехался по тебе и даже не заметил, как бульдозер. Я твой сильнейший оппонент, Death Sentence, дозер. Раунд. Нихуя жестко, но ему не хватает. Когда я просто его выступление смотрел, были такие отсылки, которые мало кто поймет. Это было очень мощно на самом деле. Илюган, будет, блядь, тяжело.
будет тяжело, когда ты начнешь читать свой раунд. Он начнешь читать свой раунд только когда я скажу то, что Пусяня лучшие арты. Ой, какая, блядь, Пусяня лучшие арты? Пухни в пакетик лучшие арты на СП, как бы. Смотрите, бля... там есть я и Даса, и все остальные. Очень круто. Подпишитесь. Люган, начинать я буду с расстановки понятий, кто ваш зал разрывает. Эрудиция, факты немного поперчить, посолить, добавить остроты. Наверное, не хватает немного мозгов. Да-да, побольше, и тогда не задевает никого количество дополнительных занятий. И тогда можно батлы все разносить, будто мессия, и пожирать, будто ты не человек, а монстр. Без особых усилий тебя я раскрою, порвать на части тебя мне ничего не стоит. Не, серьезно, чувак. Думаю, что если добавить немного отсылок на мямлю и античную древность, ты становишься гениальным победителем батлов? Кстати, о мямле. Я тебе отвечаю, ты вспомнила будто по скриптам, а на деле читаешь будто монотонный голосовой помощник, чуть ли не по слогам. Перед тобой народ. Он требует хлеба и зрелищ, и все тут не маслори. А ты пытаешься удивить своим знанием рэп-культуры и вековой истории? Но тогда ты уже не просто сморозил чушь, ты отморозил себе чувство чести. Окей, давай поговорим на твоем языке. Маленький шут в позолоченной клетке держит в руках, на душе и в себе веру и правду, что он победитель. И точно как Ной, погружившись в каче, который народ прозвал антихайп неурочно, возомнил, что победа над плебеями ему найти удастся. Но не знал он, что в этом мире, как на гладиаторской арене, может быть монстр, подобно тем самым чертям, скрывающимся в омуте, где гладь растекает. Последний герой молниеносно быстрый. Он стоит перед вами. Давай разнесем все полегче. Я победитель мысли, а ты нет. Я с кинодела делаю бадди-бэк. Ты не тупак, ты можешь сдать только на бэк, попутно отдав мне обратный кэшбэк. Мои факты не запутают даже болван. Красотой всех речей ты был очарован. И для всех я открою мудрость. Ведь ты не знал, что панчи — это как хорошее вино. Ему нужно дать настояться и не накидывать бокал за бокалом, будто ты алкаш в подворотне, возомнивший себя аристократом. Эх, Стебе, если ты знал, каково это стоять не перед солнцем падом заранее, ты бы уже притих и даже бы не стал залезать в это, сука, здание раунд. Я ожидал большего от Элюгана. Вау, это было неплохо. Объективно неплохо. Спасибо большое. Думал, Илюша себе будет долбить. Отвечать после того, как я скажу то, что если вы хотите где-нибудь закупиться шмотками, вы должны сделать это где? На острове торговли ИТФ. Конечно же, две рекламы одного имена. Спасибо. Стебе, ваш раунд. Ты сжег свой рэмбук, но ты не Гоголь. Максим его недокопия, Иван Дрюмер. Ты пришел разнести зал, слон в посудной лавке. Ты назвал себя цыганом, опущу тебя по кавке. И раз ты цыган, у меня есть для тебя подарок. Говорят слово серебро, а молчание золото. Вот, забирай свой слиток, только завали ебало. Говорят, что ты... Блядь, жесткая хуйня, смешная. Если бы ты все труды забатал, ты не получил бы даже карата. Но ты не понимаешь, перед каким стоишь рубежом. Это сцена восьмая миля, а твоя половина девятый удел. Я могу превратить твой раунд в поражение, как бы сильно ты тут не гудел. Ты типа против пятерки и подсосов, но сам боготворишь и говоришь, что он гениален. Сделаешь любую хуйню ради одобрения. Незамысловатый фрик, зову тебя Джиджи Аллен. Твои панчи покричать, смысла в них нет. Все и так знают, кто любит так делать, ты Стефан Бернет. Ты феномен на СП, стал популярным, не понимая, как это произошло. Это не гениальный просчет, ты не Гришка Бабурин, а скорее Геннадий Горин, которому просто повезло. Я на хай-граунде, ты андеграунд, твои текста бэтбар, Дмитрий Таран. Тараторка без смысла, ты Кондрашов, говоришь не по делу, как Брошов. Ты Киселев, я просто гоблин, жирному дебилу пора на капу, на покой. Хочешь похайпить, как раньше, Сергей Дружко, отправляй тебя нахуй, Валентин Дружко. Писать надоело, ты просто уебан. Нашлю на тебя порчу, у меня есть друг Шамат. Ты возьмешь за... Блять, сейчас я сбился еще раз. Поддержим. Поддержим начинающего рэпера. Поддержим рэпера. Писать надоело, ты просто уебан. Я нашлю на тебя порчу, у меня есть друг Шамат. Ты возьмешь за щеку, ведь ты похож на хомяка. Чтобы вынести меня, надо пить из пятишка. Ты ебучий длинноместный, тебе я ставлю крест. Доминик Торетто, в шоке, твоя мама любит шесть. Оправдаться текстом сзади, но это твой апогей. Не ебучий, что делать? Скажу, что твой папа гей. Могу во всех направлениях, человек в оркестрах. Бля, сейчас еще раз. Блин, я думал, он победит, но с таким, да, но это да. Туда его! Разъеби его! О-о-о, ребятки, что-то мне кажется... А могу во всех направлениях, человек оркестра. Обведу тебя мелом, я Александр Кестром. Посмотри на свою внешность, ебучий гительман. Батл, ты вообще никто, Максим Зака, подаван, раунд. Угадайте, что сейчас будет. Нет, не будет рекламы, потому что я забыл, что надо рекламировать. Следующим даст, напиши. Ну, спасибо, братан. Да. Илюган, давай. Ты сейчас твоя. Ну, ладно.
Конечно, читать ты совсем не умеешь, еще монотонно говоришь, но это не важно. Ведь сегодня созданный в бездне мой стал летел в массы. Якобы фей или той же Атланте был рожден разрывать все места, окупать каждый тайм, создавать себе фейм, не делая в шопах фулбай. Залетел в фейдом и смотрю тут бардак, жесткий стебель, держит у себя мягкие игрушки, бот чудак. И сел за комп и увидел папку с красивым названием 300 бакс. Но зайдет, то мы нашли тупо X-Ray Ultimate, такс, что-то тут не так. Видимо, парень реально на хайпе. Ну и ладно, что, с кем не бывает? Ведь каждый друг Гена... А, ты не знаешь, почему ты и друг Гены? Давай-ка напомним, кто и как жил в отце и вышел не сам. Именно ты сделал коксак, так как когда я отошел от дел тупо, потому что я пилил историю. Когда у меня адреналин тек по венам, ты как-то маленькая псина из мема пилила ненужный проект, который в итоге пропал. А я как тот самый качок победителем стал. СП разнес всех по фактам и сделал скачок. Только вот не туда, все именно из-за тебя и таких же, как ты, бездарей. И не думай, что в батле не вспомнят, как ты нистого устраивал своему братку, которого ничего не спасло. Трубан бы такой мув оценил, конечно же. Написал раунд топ-титы, а проиграл кто? Не, ну это уже какой-то испанский проигрыш. Мы антихейт, я за Март, это друг гнильный. Делаем панчи, превращая марш победный в могильный. Вертим хвостом, да еще те верти хвосты. Твой флекс выкупает только общество на росты и таких же рядов, которые булят каждого в хабе, которые каждый раз булят, спамкилят в мировом масштабе. И все понимают, что жизнь их обидела, вот и сидят, будто они победители гордятся, орут антихейп, антихейп. Бьют палками, будто корону всю жизнь носили. Но как же хорошо, что на данный момент всех осенило. Коронавирус, корона, ливни с нашего района. А, кстати, реально нашелся чел, который пришел с тобой и на батле спел. Так что твой флекс выкупает только оп. Сейчас. Так что давай улетай вместе со своей шайкой. Перестань занимать место тут, без тебя и так его мало. И ситуации, где разговаривал с тобой, как ты лайкой, мне всегда, всегда хватало. Раунд, сука. Бадибэк, бадибэк. Я не читаю эти ролики. Самый настоящий. Я вспомнил, что надо прорекламировать. Сцена Трарда, там можно уставить свои супер крутые ивенты. Покупайте у Кирла, который забанил. Заключающий раунд. Стебе, ты должен выдать, блядь, максимум из того, что ты можешь. Это цветочек тебе. У них у обоих были получше раунды, гораздо лучше. Блин, спасибо. Ты сказал, что шутить про твою огромную тушу – защитный рефлекс. Типа тот факт, что ты садишься мужикам на лицо, должен заставить нас забыть о том, что у тебя есть же лишний вес. Я не хочу против тебя сложносоставные схемы писать. Ведь здесь настолько крутое судейство, что их им еще придется объяснять. Накидывай панчи, собирая комбинацию. Моя фаталити – это твоя кастрация. Завоз на комбинация весишь. Ведь ваш антихейт – это девочки с фрустрацией. Ты думал легендарен, типа Канни Вест, но на деле ты попсар лишь Ган Вест. Своим лицом ты представляешь лишь инцест. Уровень твоих раундов – актерного кафе. Ты настолько тусклый, что тебя не разглядеть в ПНВ. Хочешь узнать продолжение? Послушай ННВ. Уровень твоих панчей – зеленая отграда. За мои панчи ты не выкупишь, называю их цикада. Твои тексты пустые, что ты ебучий графоман. На этом батле ты лишь дуть, ну а я великий хан. И мне будет похер, если жюри меня осудит. Я не стою в ренессансе, деконструкта не будет. Мой раунд – твоя панихида, твой родостоин геноцид. Это чтоб тебе Сейчас попью. А, можно водичку. Мне провокафест очень понравился. Провокафест было смешно. Мой раунд, твоя панихида, твой родостоин геноцида. Чтоб тебя унизить дерзко, мне не хватит алфавита. Ты пережил аборт, твой отец жертва машпита. Батл как в 14 году, ну а я здесь бабангида. Убил Билла, ебать, и киллер. Пью текилу на твоей могиле. Я делаю грязный, ты грязный нигель. Будете на батле, стою в игиле. У тебя нет респекта, как у грузина Гигила. Отбиваю твои панчи, Маркус Миллер. Кину тебе файл, поставлю ранник. Как ты сосешь, выложит хайлайт. Мой флоу как заряженный гансер. Ты что-то мне сделаешь, обоссанный гансер. Ты снимаешь хуйню, как Ари Асер, дорожная шлюха, мать Даза на трассе. Да какой ты, блядь, сенсей, Максим, били миллиган. Сожрешь мой хуй, как рыба пеликан, люкан и угурлюжи, как гелиган. Один бетет и мелкий великан. В тексте он не бучий, миллениал. Твои строчки не режут, за ними не кинжал. Коммунистам дружит, но держит капитал. Винсент Вега, летишь и стреляешь мимо бита. Валит веган, безобидный приз, вторичный не нужен, как Александр Пирс. Пойдешь стороной, как на обложке Битлз, руку ко мне не тяни, я мистер Пиклз. Сливая короля, колзырный треф, все твои слова это просто блеф. У меня есть порох, а ты сучий потрох, твою маму ебут на сучьих бедрах. У меня максимальный КПД, ебучий бездр, учу вас читать, батловый метр. От моего флоу взрывается метроном, вставляя закладки в метре аном. ОМОН, раунд. Ну, тут неплохо было, блядь, я какой-то панч захотел запомнить. Это бомба, блядь. Похлопаем, крутой, сука, крутой, новому бандите, пожалуйста. Крутой. Ну, блядь, он опять там запнулся реально. В один момент. Так, репетил. Друг, помойте, у него было охуенные арты. Все спиздануло, отъебитесь, заебалось. Да, это я согласен, кстати. Илюган, давай. Капец, считает подбит без бита, охренеть. Шоковой терапии вас не лечили, но сегодня сей раунд вас быстро подлечит.
Три города были будто Вавилон максимальным шедевром. Про меня говорили и говорят. Вот при Люгане было лучше. А знаешь почему? Я знаю, что такое рассвет и закат. Но каждый из вас думает, что закрытие или развал — это показатель плохого меня. Посему говорю, я говнар навезу эту фуру в тебя и в таких же тупых. Я протоптал дорогу и оставил ее для молодых. Мне победы искать не придется, ведь каждый раз одному дураку будет не иметься полезть и подложить мне товарища, то есть свинью. Батл переносился, я делал всегда вот так. Сел на пасашок, батл написал и пошел разносить макак. Мне даже не нужно умных мыслей. Ведь перед таким человеком, который кинул обидку на украинского пса из-за того, что ты его булишь, он сидит спокойно в своей кибитке, а ты его до сих пор писюнами кроешь? Мне даже не нужно стараться. Ах да, напомню, приставка «анти», употребляемая другими словами, для обозначения противоположности и противодействия. Я сказал это все для того, чтобы ты понял, что такое true anti, что нужно быть underground и не ссать кипятком ваши панти. Мне нужно тебе напомнить, дать место, на вид ты крутой, но на деле ты слеплен из самого тонкого теста. Заместить себя в хабе легче, чем всех остальных. Ты можешь позвать меня PvP, хоть у тебя патрон не хватает даже холостых. Но я сольюсь, ведь ободный пацан захлебнуться нельзя, но у девок устрою потоп. Мне хочется все-таки тебе рассказать, что все панчи сегодня твои, как ссылка Пушкина, вроде должна быть жестокой, но на самом деле становится простой и очень сильно пологой. Перевернуть исход просто, но тебе не дано. Мой флоу летает, твой язык повело, я танцую, как будто на дискаче все лоты, не видишь, я делаю фэн все равно, я победу не жду, я жду только одно, поскорее уйти, ведь я каждый не ровня, основать новый рим, причем все дословно. Но мотивы по фактам всегда бесшовны, перевести я в филях, типа дых или в пах, я манал, ваши правила пахнет пах-пах. Перевести этот текст можно, но тут так же сложно, как понять, что ты делаешь тут, как решил доказать, что расхититель гробниц-пожиратель, что всех круче тут гребаный стебель. Возвращайся на яму, курок и лох, и опять пожирай свой маленький стебель. Мне не надо бабла, не хочу быть крутым. Я пришел сюда, стал навсегда молодым. Плевать, что на факт, что антихайп — это не антихейт. Но я повторю еще раз, мне не нужно все забывать. И не буду уставать всегда повторять. Нафиг всех, нафиг отца. Ты даже не ноунейм, ты что-то похуже. Я прославился и не стал таким же, как ты, раунд. Бадибэм! Воу! Ну, скажем, неплохо. Итак, дамы и господа, пришло время судейства. Самое, блядь, важное из этих батлов. Наверное, я начну. Мистер Тамар, значит, подхватили, да? Все. Смотрите, я в таком случае начинаю. Блядь, у Стеби было неебаное количество охуенных панчей. Первый раунд, блядь, чего стоит один панч про коробку из-под ксерокса? Я, блядь, просто охуел, что такую инфу вообще знают, блядь, майнкрафтеры. Вот, третий раунд, блядь, Бибангида. Вообще охуенно, я считаю. Очень пиздато зачитал в конце третьего раунда. Запинался второй и начало третьего раунда. Да, я бы за это бы снял. Текст у Стеби был определенно сильнее. Читка была определенно сильнее у Илюши, конечно. Он, ну, пиздато читает. Ну, да, неплохо. А вот кто победил? Ну, первый раунд за Стеби, второй вариант, раунд за Илюшей, третий раунд за Стеби. Мой голос за Стеби уходит. Нихуёмбас-плёмбас, как говорится. Хлоп-хлопыч. А чё, где шум-то, ёбка? Хлоп-хлопыч. Махнач. Махнач, мистер. Так, значит, здравствуйте. Я сегодня вроде как, ну, то есть, видимо, хип-хоп-артист, получается, с тем штарм времени. Значит, ну что я могу сказать? Значит, мистер Тыса сказал все по фактам. Вот как все, вот он сказал, вот так все и было, да? Вот, ну я бы сказал, что, то есть, ну, немножко Стеби все-таки во втором раунде не дожал, да, то есть, так сказать, перенервничал. И начало первого раунда, и второй раунд, то есть, ну, так сказать, было немножко, ну, то есть, какой-то, ну, то есть, кринжовый прикол. Да, но все-таки я, наверное, свой голос тоже отдам за него. Капец, Илюбунгер, все. Мне казалось бы, лучше за Илюбана. Согласен. Капец. Ну, третий раунд он вообще, блядь, читку убил. Да, вообще, ты видел? Я думал, он сейчас улетит самолет. Я прыгал, блядь. Вообще. Я думал, сейчас он летит самолет. Джамар, твое мнение нихуя не значит. А, охуел? Ну, в смысле? Встал, вышел. А, ну, собственно говоря, да. Собственно говоря, хочу сказать, что у Стеби было круче, реально. Во втором раунде он реально заикался, поэтому хочу сказать Илюган лайк в этом вот плане. Но Илюган, скажу честно тебе, у тебя немножко читка, но кринги, вот честно говоря. Ну, так а у Стеби, блядь, когда... Ну кринги, ну честно, я когда слушаю тебя, кринги, когда я какой-то кринж реально ославливал, вот. Но текст мне реально понравился больше у Стеби, поэтому первый раунд это Стеби балл, второй тебе.
Потому что Стебе там запинался больше всего. И третий балл реально. Третий в раунде Стебе. Но Стебе подошел. Воу, победил Стебе! Джанару и Мухлину. Ура, Стебе! Вообще объявление сейчас сделать. Ты что сказал, дурак, блядь? Стебе хочет сделать объявление, погодите, не расходитесь. Я королем рэпа себе. А вот касательно батлов, мне действительно не устраивает, какие люди тут пришли батлить. Потому что это дело даже не только в Олигане, а просто в большинстве участников. Тут нет вообще панчи, это просто рассказы, и типа учительница дала сочинение написать. И вообще толку от этого никакого, потому что это пишется изи. У меня вообще нет желания писать какие-либо текста, заморачиваться против таких соперников, поэтому я хочу слиться с батлов и пропустить Олигана. Как бы на батл. Но алмазную руду я не отдам. Ебать! Бля, погоди, а ты не хочешь с Дазом забатлить? Ебать! Ты не хочешь с Дазом забатлить? Нет, не хочу, потому что будет то же самое, что и с Юганом. Ебать! Нихуя, нихуя! А Даза забей, ну, у меня попанчик слабее, чем... Насался с Дазом батлить, понятно. Не-не-не, по факту у меня слабее попанчик. 3-0, чел, 3-0, выиграешь, напишешь. Красиво. Даз все батлы 3-0 выиграл. Фух, ебанулось. Заносите огромный чек и забатлим с Дазом, как бы, все понятно. Да, блядь. 2 миллиона, блядь, айдж. Я думал, хуйню какую-то скажет, но скажет. Давайте 5 тысяч, которые Кирилл спиздил, отдадим себе. Но ары я не отдам, кстати. Можно. Ладно, всем спасибо, всем пока. Слушай, выходишь на суд, и после суда такой, когда судебное решение, ты в суде победил, и ты такой... Ну я что-то на изи в суде победил, я, короче, передаю победу подсудимому, но ары я не отдам. Ой, ну прикольно было. Но, может быть... Подождите, Стеби это тот же самый, который... я пришел, и помните, я вот так вот смотрел налево, направо, а на самом деле наоборот надо было смотреть, и тогда был супер кринж от меня. Всем привет, я Спрейт. Обрезки. Спрей-обрежки. Спрей-обрежки. Я Спрейт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Всем привет, я Спрейт. Обрезки. Спрей-обрежки. Спрей-обрежки. Я Спрейт. Обрезки. Понял, спрей-обрезки. Обрезки. Кринж.